Наверное, по счету мы были третьей волной эмиграции. Первая волна попала сюда во времена Англобурской войны. Какие-то остались и дали потомство. Вторая волна появилась здесь после войны, когда какая-то часть белой эмиграции, как я понимаю, во время наступления советских войск, они оказались каким-то образом в Южной Африке. Какие-то оказались в Латинской Америке, какие-то еще где-то разъехались по миру. И какая-то часть оказалась здесь. Думаю, что мы, наверное, на третья волна эмиграции, потому что здесь такая фигура, как, например, художник Третчик, это одна из величин, но это тоже осколки каких-то эмиграций, которые достигали южной оконечности Южной Африки.